Добрый вечер, уважаемые телезрители. Это программа «Диалог» и я ведущий Владислав Момот. Традиционно в этот вечерний час на Реутовском канале в прямом эфире мы встречаемся с самыми известными и значимыми людьми не только нашего города, но и всего Подмосковья, чтобы обсудить актуальные и интересные темы. Вот уже почти месяц, как в стране идет осенний призыв Вооруженные силы Российской Федерации. Что ждет молодых людей в эту осеннюю призывную кампанию? Какие нововведения появились? Обо всем этом сегодня мы поговорим с военным комиссаром по городам Балашиха и Реутов Сергеем Чиркиным. Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Сергей Борисович. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, я напомню, что мы работаем в прямом эфире, а это значит, что вы также можете принять участие в нашей программе и напрямую задать свой вопрос нашему гостю. Для этого нужно позвонить по номеру телефона 8-495-791-88-02. Сергей Борисович, давайте в начале нашей программы посмотрим небольшой сюжет, который сняли наши корреспонденты в начале октября, как только начался осенний призыв. С почками проблем нет, рефлексы в норме. Студент Московского технологического колледжа, реутовчанин Данила Печенкин, мечтает попасть в ВДВ. Но пока не берут по здоровью. Нужно сдать дополнительные анализы, чтобы получить заветную категорию А. Впрочем, Данила особенно не расстраивается. Предварительно его направляют в автомобильную роту 154-го Преображенского полка в Лефортово. Если попаду в автомобильный, то это... Я люблю водить, а может там какой-то опыт еще получу. Хочу служить, потому что я считаю... По Конституции это долг каждого. Ну, каждый мужчина должен отслужить. Кроме автомобильных войск и ВДВ, реутовских призывников отбирают в президентский полк, военно-морской флот, нацгвардию. География службы тоже широка. В основном ребята из Реутова отправляются в воинские части Центральной России, но могут попасть и в Калининград, Мурманск или на южные границы страны. Это уже по инициативе самих призывников, которую военный комиссариат старается учитывать. Естественно, призывная комиссия выслушивает их всех пожелания и стараемся их пожелания как бы воплотить в жизнь. Поэтому есть, которые ребята хотят, бредят, как говорится, каким-то вот именно морским флотом. Естественно, мы стараемся им помочь и направляем данные виды вооруженных сил. Однако окончательный вердикт выносит призывная комиссия. Она оценивает уровень образования военнообязанных ребят, наличие профессии, состав семьи и, конечно, здоровье, психологическое и физическое. На медкомиссии каждого призывника обследуют 7 врачей. Кстати, из-за коронавируса осенний призыв проходит в соответствии с правилами эпидемиологической безопасности. Усилены все возможные меры, чтобы не допустить именно заражения наших призывников и в дальнейшем, чтобы они ушли в вооруженные силы здоровыми ребятами. Это уже мы с 2020 года обкатываем, и у нас очень хороший показатель, поэтому ребята добросовестно к этому относятся, с пониманием, и заражений таких серьезных у нас не было. Осенняя призывная кампания стартовала в России 1 октября и продлится до 31 декабря. В этом году Балашихинский военкомат планирует отправить в армию 397 человек, 340 ребят из Балашихи и 57 из Реутова. Призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет. Срок службы – 1 год. Первый автобус с будущими солдатами отправится из Реутова в областной сборный пункт в микрорайоне Железнодорожный уже 19 октября. Наталья Григорьева, Александр Попов, телеканал ТВ Реутов. Сергей Борисович, ну, великолепный сюжет, все, в принципе, подробно рассказано. Давайте теперь еще более подробнее расскажем уже нашим призывникам, которые сейчас смотрят и думают, где и как они будут служить. И также расскажем о призыве родителям, бабушкам и дедушкам, которые тоже переживают за своих сыновей и внуков. Итак, уже прошел практически месяц, уже состоялись отправки. Как в целом идет призыв и куда отправились наши призывники? Да, у нас 1 октября стартовал осенний призыв, который продлится по 31 декабря. Возраст также не изменился у нас. Ребята подлежат возрасту от 18 до 27 лет. Прошли уже первые отправки. И по первым отправкам мы уже можем судить, что призыв идет по плану, в норме. То есть срывов никаких нету. Ребята идут с удовольствием. Это нас как бы очень радует. И я думаю, в дальнейшем, что... Все задачи, которые перед нами поставлены, будут выполнены. Есть ли какие-то особенности этого призыва и в чем они? Нет, серьезных особенностей никаких нет. Но единственное, это в связи с коронавирусом, опять же, ряд ограничений. Поэтому меньше вызываем людей. Везде особенные условия, то есть и масочные режимы, температурные измерения.
все обработки. То есть основное вот это изменение, это, конечно, связано с коронавирусом. Чтобы не допустить заболеваемость среди наших призывников, у нас все остальное идет по плану, без каких серьезных изменений. Так давайте еще назовем цифры, сколько, в общем, из Балашихи и из Реутова ребят отправятся в этот осенний призыв Вооруженные силы Российской Федерации. Нашим военным комиссариатом будет признан 397 призывников. Это 340 ребят с Балашихи и 57 ребят с городского округа Реутов. В какие рода войск попадают наши мальчишки из Реутова, уже судя по тем отправкам? Ну, наши призывники попадают во все виды и рода вооруженных сил. То есть это и те же президентские полки, и воздушно-десантный, военно-морской флот, ВКС, то есть войска Национальной гвардии, войска МЧС. То есть везде будут представлять наши ребята и будут там проходить службу. А может быть, есть какие-то ограничения по направлению в дальние военные округа, если, допустим, у молодого человека уже есть семья, там, ребенок? Нет, здесь конечно, есть какие-то... конечно, есть определенные критерии, по которым идет все-таки предназначение. Это если пожилые родители у призывника, то, естественно, он далеко не может проходить службу. То есть будет он служить где-то прямо рядом? Далеко, да. Но, опять же, надо понимать, что ребята, призываемые там с Балашихи, не имеют права проходить службу в этом регионе, то есть в Балашихе. Они могут ближайшие там пройти где-то, тот же Люберцы, грубо говоря, там Ногинский район, но никак только не в Балашихе. А так, основная масса ребят, да, их в Подмосковье остается, в Москве остается, ближайшие области, там Рязанская, Тамбовская, Тульская, Нижний Новгород, то есть, ну... Служат нормально, везде сейчас спокойно, и никаких проблем нету, все возвращаются довольны. Получается, что реутовские ребята смогут служить в дивизии Медвежинского, которая расквартирована на территории городского округа Балашиха, а балашихинские ребята уже не смогут, да? Ну, есть такие ребята, попадают и в нашу, конечно, дивизию легендарную, поэтому многие хотят туда попасть. Ну, то есть в связи с тем, что территориально находится здесь, это есть проблемы с этим. А вообще сегодня вот насколько сложно призывнику попасть в элитную часть, в тот же Кремлевский полк? Какими он должен обладать качествами, может быть, физической какой-то подготовкой? Ну, для всех элитных подразделений, так называемых, да, естественно, идет очень серьезный отбор. А в чем он заключается? Вот в сюжете прозвучала категория А, это самая такая это высокая? Это самая, да, высокая категория, то есть это без всяких каких-либо ограничений по состоянию здоровья, то есть абсолютно здоровый парень. Опять же, если мы берем президентский полк, то должен соответствовать соответствующий рост, да, внешность должна, никаких наколок, татуировок, шрамов на видимых местах. Семейное положение, все это изучается. Профессиональный психологический отбор, как написано. Какое образование? То есть там привлекались ли к уголовной или административной ответственности? Все это изучается, смотрится, и уже от этого мы предназначаем. Также приезжают представители данных воинских частей, с ними еще беседуют и представители непосредственно, психологи их. Если они все подходят, то ребята отбирают, и они проходят там службу. Ну, к сожалению, нас накрыла четвертая волна коронавируса, и с 30 или даже с 28 октября вводятся ограничения на неделю. Как будет в это время работать военный комиссариат? Да, к сожалению, волна очередная подошла, поэтому есть ряд изменений. Соответственно, с 30 числа сейчас отменяются все отправки ребят вооруженные силы, не будут работать призывные комиссии. Поэтому начнем после уже 8 числа. Естественно, более ужесточаются и все мероприятия пропускного режима. То есть меньше будем стараться вызывать ребят. В основном уточнять все документы уже по телефону, если необходимо, которые. А все основное уже пойдет уже после 8 числа. То есть вы тоже работаете и дистанционно? Дистанционно, да, обязательно. А как вообще сейчас обеспечена медицинская проверка будущих призывников? Какие врачи их осматривают? Ну, врачи у нас традиционно, в сюжете были сказаны, 7 врачей-специалистов. Каждый... Такие главные направления, да? Да, главные направления – неврология, хирургия, терапия, окулист, невропатолог, психиатр, то есть
лор, то есть, ну, по всем направлениям основные моменты, все это ребята всех этих врачей проходят медицинскую комиссию. Если у кого-то возникают какие-то проблемы, то, естественно, врачи это более углубленно это изучают, направляют на дополнительное медицинское обследование, в стационарную больницу уже вставляются акты, после этого уже выносят какое-то определение о категории годности. Годен он, либо годен с незначительным ограничением, либо он не годен к военной службе и зачисляется в запас. А вот какие категории вообще существуют? Вот об одной категории А мы уже услышали, это самая высокая, это да? Самая высокая, где нет никаких ограничений. Есть, которые годны к военной службе с незначительным ограничением. Это категория Б, так называемая. Ребята также с ней служат, но уже служат в более таких условиях, где меньше требуется физической нагрузки. Те же ВДВ, спецназ, они не годны. Ну, а для остальных войск, связи, автомобильные какие-то войска, еще там они проходить службу умеют. Также есть категория, так называемая, В. Это ограниченно годные к военной службе, они зачисляются в запас по состоянию здоровья. Есть временно негодные, категория Г. Призывникам выдается там до года отсрочка. Врачи смотрят, наблюдают за этим призывником. Она может измениться как в лучшую сторону, либо в худшую сторону. То есть из Г он может стать и В там, или А категория, либо он уйдет в категорию В, то есть зачислением в запас. И категория D, это которые совсем негодные ребята, и бывают в отставку туда, то есть снимаются полностью с воинского учета. Вот раньше я знаю, что большим престижем было служить в ВДВ, да, очень было туда сложно попасть, но сейчас ситуация несколько изменилась, там очень много служат по контракту. Как поменялось направление, куда теперь хотят идти наши ребята? Да, ВДВ у нас традиционно было, все с желанием всегда ребята шли, и хотя и сейчас продолжают идти, но уже ВДВ, как правило, все спецподразделения переходят на более уже такую контрактную систему, чтобы для выполнения боевых задач и так далее. Но все равно туда отборы есть. Также ребята хотят военно-морской флот, тоже им это очень нравится, туда много ребят попадает. Это вообще, наверное, мечта многих, это целое приключение, если ты попал на какой-то корабль, да. Еще уходишь в поход. Конечно, ну, ребята много туда попадает, приходят очень довольные, все нравится, многие остаются на контракт, подписывают и продолжают службу уже в должности контрактников, и очень довольны этим службой. Ну, а сейчас в целом они все вооруженные силы открыты. Везде, где бы они служили, независимо от того вида и рода вооруженных сил. То есть проблем нету. Ребята отовсюду приходят, и им все это нравится. Довольны. И родители часто приходят и говорят спасибо, да, все, все замечательно, служили. Действительно, пришел настоящий мужчина, довольный. И продолжает дальше уже у него перспектива дальнейшая на работу куда-то. И органы всевозможные его правоохранительно берут только, как говорится, на ура. Поэтому ребята об этом знают и с удовольствием ведутся. Сергей Борисович, призывник, попадая из военкомата на сборный пункт, он автоматически обеспечивается вот именно в осенний призыв зимним обмундированием. Да. Что в него входит? Давайте расскажем. Да, ну это полный комплект зимнего обмундирования, так что полностью зимняя куртка, ну, по зимней форме одежды, то есть и зимние берцы, и так далее. То есть есть еще небольшие изменения. Те ребята, которые бывают на южные рубежи, там, или Балтийский, на Балтийский флот, Калининград, им еще выдаются летние берцы, помимо еще зимних, потому что там все-таки климатические условия немножко другие. А так полностью обеспечен, поэтому родителям пусть не переживают, что он не замерзнет. Полностью одет. Все будет обеспечено. Да, конечно, конечно, по полной. Еще одно из беспокойств, это, наверное, не только у родителей, но особенно у бабушек и дедушек, которые переживают за своих внуков, это то, как будет питаться будущий призывник вот в это время, пока он не доедет до части. И стоит ли призывнику давать с собой в дорогу питание? Значит, что касается питания. Все призывники, которые попадают на областной сборный пункт, сразу же, естественно, становятся на довольствие. То есть голодным он в любом случае не останется. Утром приехал, в обед они уже полностью, у них идет питание. Обед, как положено, если остается в ночь там, потому что команды бывают разные, кто бывает ночью, кто бывает на следующий день. То есть там питанием все это обеспечено. Вечерний ужин, утром завтрак.
Поэтому каких-то там давайте с собой что-то, чтобы вот тебе про запас, угу. чтобы ты голодный у нас там не был. Лучше этого не лучше делать. Это не делать. Это максимум там бутербродик какой-то, угу. чтобы утром можно где-то перекусить, пока едут в автобусе от военкомата до сборного пункта. Бутылочку водички, и все. На этом это достаточно, потому что там они становятся на полном обеспечении. Голодными там никто не останется. Потом, если со сборного пункта призывники едут до части, это же тоже продолжительный иногда период. Страна у нас большая, ну, как их кормят? Они конечно. Обеспечиваются какими-то сухими пайками? Да, что в него входит? Естественно. Если это длительно какие-то, то им выдается сухпай. Мы с вами уже разбирали. Да, мы как-то на прошлой одной из наших программ показывали. Это, да. Поэтому, опять же, все калорийно, все питательно. Угу. Опять же, голодным он точно в дороге тоже не останется. Поэтому переживать в этом плане тоже родителям, бабушкам, дедушкам это не стоит. Ребята голодными никогда не будут. Великолепно. Теперь давайте поговорим об отсрочках. Тема всегда актуальная для студентов, ну и для тех, кто собирается идти служить. Кто имеет право на отсрочку, какие категории? Ну, значит, все у нас отсрочки прописаны в федеральном законе о воинской обязанности и военной службе, статья 24, там четко все расписано. Но основное направление отсрочки – это, естественно, образование. Да? Ребята у нас поступают и среднеспециальное получают образование, колледжи, техникумы. Хотелось бы сразу уточнить и напомнить всем родителям, в первую очередь, и ребятам, что после колледжа отсрочки больше уже не предоставляются. То есть закончил парень среднеспециально получил образование, все, на этом все отсрочки закончились. Он где-то он, ему 19 лет? 19-20 лет, да, на этом уже все. То есть поступать и пользоваться отсрочкой, там, например, в высшее учебное учреждение ему уже не положено. А ребята, которые поступают после 11 класса, ну, бакалавриат, потом магистратура, аспирантура, это все отсрочками предоставляется. Закончив бакалавриат, через потом очередная отсрочка и так далее, и так далее. Mm-hmm. А все, и также отсрочки много, и постоянное здоровье дается, как я вам говорил уже, категория Г. На год ребята изучают, врачи смотрят. По работе также сотрудникам и полиции там предоставляются отсрочки, многие другие. Но основная масса, это, конечно, все-таки вот по учебе. Ну и по семейным, наверное, обстоятельствам также существуют конечно, отсрочки. Да, конечно, есть и по семейным, у кого дети там двое уже и так далее. То есть это все предусмотрено законодательством, проблем тоже в этом нету. Предоставляют соответствующие документы. Если студент, то приложение номер 2 установленного образца, справка. И на основании этой справки, если он постоянно здоровье годен, то ему предоставляется отсрочка. Mm-hmm. Хотелось бы опять же напомнить, что отсрочку предоставляет призывная комиссия. Не институт, не там военно-учетный стол там, при университетах, а именно прибыть в военкомат, прийти на призывную комиссию, предоставить эти документы, и уже призывная комиссия вынесет решение о том, что ему предоставлена отсрочка. И эта отсрочка прописывается в удостоверение гражданин, подлежащий призыву, у каждого призывника есть такое удостоверение. Там все это прописывается, уточняется, когда ему в следующий раз необходимо прибыть в военный комиссариат. Просто вот это я хотел бы еще тоже на этом внимание остановить, что именно военный комиссариат предоставляет отсрочки. Поэтому в любом случае надо прибыть и получить эту данную отсрочку. После того, как студент закончит высшее учебное заведение, там институт, университет, академию, если ему еще не исполнилось 27 лет, он подлежит призыву? Да, если у него нет научной степени, не кандидат, то, конечно, ребята призываются в войска. А остались ли сегодня в вузах так называемые военные кафедры и есть ли какие-то там изменения? Да, в некоторых вузах есть военные кафедры, ребята учатся на этих военных кафедрах. Есть кафедры рядового состава, там рядовые или сержанты выпускаются. Есть офицерские кафедры, то есть по окончании этих кафедр ребята зачисляются в запас и не проходят службу, а просто находятся в запасе. Либо это рядовым, либо офицером. То есть тоже это все есть, и у нас много таких ребят, которые отучились и зачислились в запас. Сколько сегодня рядовой солдат получает денежное довольствие? Ну, вооруженных сил, значит, рядовой получает 2000 рублей. Угу. Получают они на карточке. Они уже при убытии со сборного пункта им выдаются карточки. И на эту карточку ему ежемесячно перечисляется.
Плюс ребята, если кто идет сироты, у них там немножко двойной идет оклад, там они 4000 получают. Угу. Хорошо. А много ли призывников в эту осеннюю призывную кампанию выбрали альтернативную службу? И вообще, какая сейчас ситуация с альтернативщиками в нашем, так сказать, округе городском Балашиха и Реутов? Да, законодательством предусмотрено, Конституцией предусмотрено, о том, что ребята могут заменить срочную службу альтернативной службой. В каждый призыв заявления в наш адрес такие поступают, призывной комиссии рассматриваются эти заявления. Ну, как правило, там за призыв 2-3 человека такие есть. Опять же, если соблюдены... А по каким мотивам вообще сейчас предоставляется альтернативная служба? И главное, куда направляются эти ребята? Ну, основное то, что... религиозные? Религиозные, что вот, кто-то оружие боится в руках держать, какое-то там зло нести и так далее, и так далее. Но все это призывной комиссии, он нам все это рассказывает, объясняет, по каким причинам. Смотрим на сроки, когда были поданы заявления, потому что там тоже есть ряд... Свои нюансы. Свои нюансы, да. Заявление должно быть подано. Если призывник призывается, например, в весеннюю призывную кампанию, то он должен подать до 1 октября, то есть за почти полгода до начала призыва. Если у него призыв идет в октябре, то он должен подать до 1 апреля. То есть заранее нужно? Заранее, да, потому что это изучается, естественно. Эти все заявки отправляются в трудовую инспекцию, там они подбирают место, куда его можно предназначить, отправить прохождение альтернативной службы. Сколько по сроку длится альтернативная служба? Срок службы альтернативной составляет 21 месяц. То есть практически в два раза больше, чем срочная служба. Ну и опять же, место дислокации также это вся Россия. То есть могут на Дальний Восток могут, отправить? Где да, есть вакантные, могут туда отправить. То есть некоторые иногда заблуждают, что если я выберу альтернативную службу, значит, я где-то буду служить рядом с домом. Поэтому нет, здесь такое не предусмотрено. Ребята служат и проходят эту службу по всей тоже России. Как правило, это все-таки больницы, почтампы, какие-то фермы. Там бывают ребята попадают, за животным где-то убираются. То есть, ну, везде, где требуется, так вот, руки просто, как говорится, да, где-то помогают, то вот в эти места... проходят там службу, ну, ребята. А есть ли уклонисты и какие сейчас меры наказания к ним применяются? Слава богу, как говорится, таких ребят становится все меньше и меньше, потому что все-таки приходит осознание, что надо сходить отслужить, тем более сейчас армия открыта, прозрачна, проблем с этим нету, поэтому идут, отслужили. Ну, есть категория, которая все равно скрывается, бегает от военкомата, не хочет никак пройти эту службу. Естественно, привлекается к административной ответственности, либо это может быть даже и уголовная ответственность. И основное также, если даже пробегал до 27 лет, то в 27 лет сейчас все ребята вызываются на призывные комиссии, и в отношении каждого выносится решение. В отношении данных граждан выносит решение, что он не прошел службу, не имея на то законных оснований. Тем самым ему выдается справка вместо военного билета. И эта справка уже несет ряд ограничений. Государственная, муниципальная служба для этих граждан закрыта. Если они даже там работают, то они автоматически сразу оттуда увольняются. Поэтому если кто-то думает о своей какой-то карьере серьезной, то, естественно... с этой, получив эту справку, то он может забыть про это. Поэтому, кто думает, они идут отслужить спокойно год, и уже дороги все открыты, возможностей гораздо много, и нет никаких препятствий. Сергей Борисович, помимо срочной службы, существует в нашей стране и контрактная военная служба. Как правильно заключаются сегодня договора с Министерством обороны? Да, у нас есть и контрактная служба. Некоторые ребята, значит, либо с частью непосредственно проходят службу по призыву, они могут сразу на командира части написать рапорт и остаться служить по контракту. В этой же части. В этой же части, если да, ему все нравится. Либо он прибывает в военный комиссариат, пишет заявление, что хочу рассмотреть службу по контракту. Также есть пункты отдельные по набору по контракту. Есть в Московской области два пункта. Тема неизвестная,
могут набрать в интернете, туда доехать до этого пункта, с ними там побеседуют, расскажут все, какие части есть, где какие вакансии угу. есть, и уже остают там свои заявки. Если их там все устраивает, то с этой отношением уже прибывает военкомат, формируем дело и отправляем в воинскую часть. Какой контракта. Минимальный срок контракта сегодня существует? Ну, первоначальный контракт идет 3 года. 3 года. Да. И где смогут служить контрактники, в России или за рубежом? Это уже на их усмотрение. Mm-hmm. То есть контракт это подразумевает профессиональную армию. То есть он сам выбирает, где он хочет. Ему на этих пунктах предлагают по всей России, где есть вакансии. Он выбирает, и что ему нравится. Или дислокация, где место нравится, либо вид вооруженных сил там. И это уже на его усмотрение, и спокойно служит. Один из вопросов от телезрителей, который пришел к нам на электронную почту, в частности, интересует ситуация в Сирии, служат ли там контрактники, и как туда можно попасть, и какие военные специальности там наиболее, так сказать, востребованы? Ну, естественно, в Сирии проходят службу. Сразу хотел сказать, что успокоить родителей, что призывники туда. Да, туда никто не попадает, потому что это боевые все-таки какие-то действия. А контрактники, заключив контракт с воинской частью, там опять же идет разнарядка, и по желанию, если там подходит по всем критериям, то направляется для службы там, туда, в Сирию. Сергей Борисович, у нас осталась буквально минута, и что бы вы пожелали всем призывникам, которые в ближайшие дни месяц-два отправятся в вооруженные силы Российской Федерации? Ну, конечно, ребятам пожелать удачи, успешной всем службы, чтобы они с честью отслужили, вернулись домой, чтобы ими всегда гордились их родители, в первую очередь мама, папа, отслужить так, чтобы командиры части хорошим солдатам высылают отношения родителям. Когда мама, папа читают отношения от командира части, благодарность за сына. Вот это, самое дорогое, да. Поэтому вот хотелось бы пожелать, чтобы всем привезли, чтобы их родители получили такие письма. Настроиться на службу, страшно ничего нету. С позитивом, с хорошим настроением, оно пролетит быстро и отслужится. И все дороги открыты, поэтому удачи. А родителям набраться терпения и дождаться своих сыновей. Огромное вам спасибо, Сергей Борисович, за интересную беседу. Узнали очень много интересного и ждем вас снова в гости к нам, но уже весной. Спасибо. Это была программа «Диалог». Встретимся через неделю. До свидания.